Тихон, привет. Здравствуйте. Ну ты что, на вернисаже сегодня был? Да, сегодня был на вернисаже. Ты, во-первых, расскажи, ты что у нас коллекционируешь? Я коллекционирую Мишек 80, Сочи 2014 и коллекционирую советские машинки. Подожди, Мишек 80, ты имеешь в виду Олимпиада 80? Олимпиада, да. А, сегодня, какое у тебя сегодня приобретение? Сегодня у меня было приобретение, вот такая вот кружка. Ой, замечательная кружка, у меня такая есть. Ты же знаешь, что ты мой коллега, да? Да. Да, то есть я тоже собираю Олимпиаду 80. Так, ну я вижу, что ты не только Олимпиаду 80 собираешь, что там, да, вторая у тебя какая-то? Плюшевый Барсик 2014. Олимпиада, да? Ага. Я понял. Слушай, ну ты в таком юном возрасте начинаешь собирать, ты, конечно, меня обскачешь. Тихон, ну я тебе желаю всего самого хорошего. И, кстати, тебе сколько лет-то у нас? 11. О, пойдем, сейчас в конкурсе будешь участвовать. Давай. Слышу голос из прекрасного далека.